письма, письма лично на почту ношу, словно я роман с продолжением пишу. Знаю, знаю точно, где мой адресат, в доме, где резной палисад. Где же моя темноглазая, где? Вологде, где, 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 Вологде, где? В доме, где резной палисад. Где же моя темноглазая, где? Вологде, где, 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 Вологде, где? В доме, где резной палисад. Шлю я ей за пакетом пакет, только, только нет мне и слова в ответ. Значит, значит, стоит иметь ей в виду, сам я за ответом приду. Чтоб ни случилось, я к милой приду, Вологду-гду-гду-гду, Вологду-гду, сам я за ответом приду. Чтоб не случилось, я к милой приду, Вологду-гду-гду-гду, Вологду-гду, сам я за ответом приду. Вижу, вижу алые кисти рябин, вижу, вижу дом ее номер один. Вижу, вижу сад со скамьей у ворот, город, где судьба меня ждет. Вот потому-то мила мне всегда Вологда-гда-гда-гда, Вологда-гда, город, где судьба меня ждет. Где судьба меня ждет. Где же моя темноглазая, где? Вологде, где, 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 Вологде, где? Резной палисад. Где же моя темноглазая, где? Вологде, где, 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 Вологде, где? В доме, где резной палисад. Колдун! Ну что ж, давайте приступим к обсуждению. Александр Васильевич. Я был студентом, и приезжали на гастроли в Екатеринбург песняры. И так случайно получилось, что во Дворце молодежи они выступали. Мы днем пришли с музыкантами, с сокурсниками моими, и они там обедали. И мы их увидели, но это что-то было такое, знаете, что-то на уровне божества какого-то. Битлз. Я подошел к Мулявину и попросил у него автограф. И он мне расписался. Он до сих пор у меня этот автограф хранится. И я попросился к нему на репетицию. Мы знали, что у них будет репетиция. Я говорю, можно к вам прийти на репетицию? Он говорит, ну, приходите. И вот мы пришли на репетицию, мы видели, как это все рождается. Я видел, как они пели. Они по несколько раз пели многоголосие, хотя оно было абсолютно чистое. Мулявин требовал, конечно, идеального исполнения. И я помню вот эту песню. Кашипаров это пел. Это было что-то такое прям волшебное. И вот этот взрыв в конце, вы его сегодня не сделали в доме в конце. Он естественный такой, у него наивный совершенно. Вот прямо слезы выбивало, хотя он этого не хотел делать. И это была не на слезы настроенная песня, но она прямо вот до слез была.
удивительное вот это ощущение осталось с той поры. Я всегда, когда вижу этот автограф Мулявина, там, собираю бумажки, у меня там есть автографы очень известных людей, и я вспоминаю вот эту репетицию. Такое светлое, красивое чувство, я вам поставлю туза. Спасибо. Александр Яковлевич. Ну, вот это то, что и называется нелюбимым мною русским шансоном с точки зрения терминологии. А если мы говорим о песне для души, вот это и есть. Вот это сейчас и прозвучало. Не надо выдумывать, разыскивать непонятные произведения, подчас не самые лучшие, мягко выражаясь, когда огромное количество, о чем я говорю постоянно, песен советских композиторов бередит душу людей нашей страны много десятилетий. И эта песня в частности. Замечательная песня, замечательно спета, замечательным голосом, с хорошей душой человеческой, трепетной, прозрачной, красивой. Конечно же, туз, конечно. Спасибо. Сергей Трофимов. Здорово спета, спета с пиететом в отношении того коллектива, который исполнял, и с пиететом в отношении того времени, когда песня эта была. Ничего лишнего, вообще 100% туз. Спасибо большое. Любовь Успенская. Я так себя вернула в Советский Союз, когда мы все любили песняров, любили все песни. Все знали песни наизусть. Я думаю, вся страна пела. Потрясающе, ставлю туза. Дмитрий Колдун забирает 4 туза.